Всем привет! Сегодня воскресенье, 2 июля. Так, вот у нас календарь тут. Так, 2 июля, воскресенье. На улице дождь, кажется, собираются, тучки надвигаются. Так, надо в окно выглянуть, посмотреть, что там происходит. Опять на горизонте такие тучки страшные. Вот в Москве вот последние дни вот такая вот погода. Какими-то вот прям волнами надвигаются тучи. Вот за день 2-3 раза вот так вот надвигается грозовой фронт, и потом это все фигачит. Ночью, кстати, был сильный дождь. Я проснулась от того, что на балконе там барабанит. Дождь такой сильный, муж соскочил, там пошел это закрывать балкон, окна все, а я спала дальше, думаю, нафиг, закрывает кто-нибудь, я же не одна дома. Вот такая фигня у нас тут, вот тучи страшные. Так, и в той стороне, по всему горизонту, вот со стороны Москвы, не знаю, сейчас на балкон выйду, пойду посмотрю, это... За городом там, за Москвой, в сторону Зеленограда. А здесь окна у меня на кольцевую дорогу, на Москву. Так, окно не буду открывать. Так, вот посмотрю. Так, что там со стороны Москвы? Ну, со стороны Москвы у нас тут... Ну, небо более-менее чистое. Ладно. Филимон, ты тут дрыхнешь на балконе целый день. Так, я, значит, окно прикрыла. То сейчас начнется гроза, Филя, тебя сдует отсюда. Так валяется целый день на балконе. Филюшка. Филюша. Надо же. По ветке дрыхнет. Валяется тут. На старом пледе. Филюшка. Так, ладно, пойду я посмотрю, что у нас там. Так, что у нас там на улице делается? Так, ветер поднялся. Вон тут сетка вся трясется. Вот тут вот на кухне, на окне. Да, фронт надвигается. Сейчас что-то будет. Так, мимо, может, мимо пройдет. Хотя вряд ли он все равно заденет. А уже видно, что вот в паре километров уже... Такое белое все уже накрыло. То есть сейчас минут через 10 к нам придет окно. Тут какую-то вот пленку муж наклеил от солнца. То эти магнитики выгорают на холодильнике. Так, кофе я сегодня пила. Уже надо раза 3, больше не буду. Сколько там времени? 2 часа. С кофе надо завязывать надо. 3 бокала достаточно за день, 3 чашки. Наверное, больше не надо. Блин, хотела сходить клубники купить. Хотя бы тут вот в переходе, возле на остановке. Ну, в такую погоду я не пойду, конечно. Хотела вчера купить. Выходила из дома вчера с утра. Ну, тоже 2 выходных. Добежала до ближайшего магазина. Вот тут вдоль леса прошла. Такая погода была классная с утра. Вчера солнце. Вдоль леса прошлась до магазина, там на кольцевой дороге прямо у нас, на МКАДе магазин Арфа. В общем, пошла за краской для волос, волос покрасить решила. А магазины все с 10, туда приперлась, короче, а время 9:30. Только продуктовый открыт. Ну, думаю, нифига себе, я разбежалась в такую рань. Ну, слава богу, в этом продуктовом магазине тоже краску продают. Такой большой магазин. Там купила. Такую не самую дорогую, такую средненькую какую-то взяла. Покрасила вчера. В общем, нормально. Нормальная краска оказалась вполне. Чем покупать самую дорогую? Так, птички летают. Блин, ветер поднимается. Так, я, наверное, сейчас на пару минут окно открою. Все-таки выгляну. Как там? Ветер не сильный.
вот он все ближе и ближе, этот дождь, грозовой фронт. Ну, грозы-то я молнии не вижу, но дождь надвигается. Воздух такой прям мокрый, влажный. Я сейчас чувствую, кот ко мне придет, он уже на кухне. Прибежал, он идет, я же говорю. Филимон, иди сюда. Идешь, смотри тут поосторожнее на окне. Смотри, чтоб тебя ветром не сдуло, вон дождь идет. И давай это, не высовывайся в окно. Чего тебе на балконе-то не сидится? Тебя там хорошо. Давай поосторожнее. Так, вот тут бы загородить не мешало. Это окно рейками какими-нибудь. Вот как от детей закрывают. Чем-то таким, не знаю, рейки какие-то прибить, чтобы кот не вылетел. Вот когда сын был маленький, мы так по всему окну такие железные рейки у нас были прикручены. До середины окна почти. И вот от кота надо так же сделать. А то он так не уследишь за ним. Филька, давай-ка иди. Я сейчас уже окно закрываю. Там уже он уже накрапывает дождичек. Все-таки надвигается он к нам. А он уже капает. Но не сильный пока. Так просто дождь моросит. Ну вот куда можно пойти в такую погоду? И вчера была такая же погода. Можно было в парк сходить. Но в парк мы ходили в прошлый выходной. А в эту субботу там был праздник какой-то в Химках, в парке. День парков. То ли по всей Московской области, то ли что. Ну, в общем, ладно, я закрываю. В общем, хватит. Надо делами заниматься, а не фигней. Так, ладно, я выключаю. Чё ты мяукаешь? У тебя же есть что покушать. Ну вот этот корм хотя бы. Некогда мне тебя вычесывать. Отстань от меня. Мне дела надо делать. Так, ну ладно. Всем пока-пока. Завтра понедельник. Мне на работу. Не в первую смену, не во вторую, а в среднюю. С 11 до 17. Наверное, ближайшие 2-3 недели так и буду работать. Серединки днем с 11 до 17. То есть среднюю смену. Зато с утра можно дела какие-то поделать. Вечером можно куда-нибудь съездить. Ладно, пока-пока.